Здравствуйте, дорогие подписчики, кто просто заглянул на мой канал. Сейчас сделаю для вас гороскоп-расклад на февраль месяц для знака Зодиака Водолей. Мы с вами посмотрим, что вас ждет в феврале месяце. Итак, что ждет любви на работе и что будет со здоровьем. Итак, что же ждет любви? Вам выпал старший аркан. Дурак. Карта показывает, что февраль месяц для вас будет очень даже значимым. Это могут быть какие-то у вас или новые знакомства, какие-то будут у вас новые отношения. Если вы уже в отношениях, то здесь карта показывает, что вы выйдете в своих отношениях на какой-то новый уровень. То есть или если вы были в ссоре, вы помиритесь, как-то будете друг другу помогать. Или наоборот, у вас будут какие-то новые эмоции, новые мысли, которые приведут к дальнейшим крепким отношениям. На работе вам выпал младший аркан четверка пентаклей. Карта показывает, что в принципе вы будете довольны своей работой. То есть особых каких-то изменений не будет. Наоборот, ваш опыт даст вам еще больше шансов для улучшения финансового состояния. И что будет со здоровьем? Вам выпал младший аркан пятерка мечей. Карта показывает, что вам надо быть поаккуратнее со своими эмоциями, со своими обидами, так как здесь ваши эмоции будут вас переполнять, и, конечно, это скажется на здоровье. То здесь больше обращайте внимание на себя, на свое здоровье. Будьте поаккуратнее. Вот таким будет февраль месяц для водолеев. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии.